Вы упомянули в начале урока, что нужно остерегаться состояний не войти в убар или наоборот. У меня, то есть, что это состояние такое, выкидыш? Когда не удается объединиться, и вместо объединения снова впадаем в эгоистическое желание. И во время ибура тоже мы переходим из одного состояния в другое, но там это смена состояний. То есть мы не падаем, а мы включаем в себя желание при подъеме, тогда как при выкидыше мы теряем ту связь, которую мы достигли. Еще будем говорить. Так, если можно спросить, в то время, когда десятка входит в ибур, уже нет состояния выкидыша, просто смена состояний, это уже не выкидыш. Десятка входит в ибур. Что тут может быть? Или вперед, или назад, или падение. Даже может быть разбиение, да. То есть убар тогда называется, не дай бог, мертвым, выкидыш. Тогда все высшие силы, которые уже вошли в силы отдачи сверху вниз, и снизу мы не можем удержать их, связь между нами, экран между нами не удерживается, это взрывается, как будто и выходит кровь. И убар умирает. Очень-очень образно это вещь.